Здравствуйте, сударыни и судари. В конце июня два слова должны стать девизом. Спи, отдыхай. Пришли в теплицу. Ну что же, подкрутить томаты, убрать пасынки, которые попадаются. Встречаются. Потрясти, чтобы опылились цветочки. И спи, отдыхай. Возможно, вы помните, как я высаживала, вы сейчас видите ссылку на тот сюжет. И сейчас необходимо маленечко подгрести землю к парею, прополоть. Сорняки, они же мигом вылезают. И спи, отдыхай. Непременно обрываем журавлики на озимом чесноке. Это стрелкующийся озимый чеснок. Журавлики я собираю, режу и замораживаю. Зимой это такая вкуснятина. Поджаришь, в суп добавишь. Замечательно. Главное не пропустить. Но 1-2 журавлика оставить для того, чтобы определить готовность, спелость чеснока. И спи, отдыхай. Нужно пройтись по луку-шалоту, тоже с плоскорезом. Замечательный инструмент, скажу я вам. Очень удобно. Быстро и легко. И никаких сорняков. И спи, отдыхай. Капусту необходимо полить, окучить. Если не окучишь капусту, то она не завяжет кочаны. Кроме того, конечно, она любит, чтобы ее кормили с добавлением молибдена. Не забывайте про эти подкормки. Ну и опять спи, отдыхай. А потом можно пойти собирать жимолость, соревнуясь с дроздами. И снова спи, отдыхай. Подписывайтесь на наш канал. У нас всегда много позитива и подсказки, что нужно делать.